Владимир Путин попросил ФСБ различать между теми, кто стремится внести экстремизм в страну, и теми, кто находится в легальной или, как он сказал, цивилизованной оппозиции к власти. Он сказал об этом во время заседания коллегии ФСБ, также упомянув о том, что экстремистские группировки на данный момент орудуют не только на Северном Кавказе, но также пытаются перенести свою деятельность в Поволжье и Центральную Россию. Призвал силовиков обратить особое внимание на эти регионы. И также, среди всего прочего, президент России упомянул о том, что абсолютно недопустимо, чтобы экстремисты, радикалы или люди с криминальным прошлым вошли в правящие структуры Крыма, также призвав ФСБ, чтобы они позаботились о том, чтобы данное не произошло.